Ну и сегодня в Минске пройдет вторая генеральная репетиция парада войск Минского гарнизона. Ко Дню независимости по проспектам и улицам города проедет колонна военной техники. Поэтому движение общественного и личного транспорта в столице будет ограничено. Уже с 6 вечера перекрывать будут участки проспекта Независимости от Уручья с улицы Стариновской до проспекта Машерова и там до Победителей. Кстати, в этом году техника пройдет по новому маршруту. С проспекта к стеле колонна поедет по проспекту Машерова. По мере прохождения машин некоторые участки проспектов и улиц также будут перекрываться. И уже с 10 вечера на время генрепетиции будет частично ограничено движение по маршруту Машерова, Тимирязева, Саперов, проспект Победителей, Орловская и площадь Бангалора, а также Сурганова, проспект Независимости и Машерова. Получается, что разворачиваться техника будет уже по другому пути.